У меня уже фонарик заработал. Зря просили. Всем привет. Привет. Вадик, скажи привет. Привет. С вами Влад и со мной Данил. Это наш второй обзор на машины. Сегодня мы снимаем такой обзорчик на грузовика. Хина Рейнджер. Хина Рейнджер, да. Праворульная, японская. Прям как Nissan Skyline. Nissan Skyline. Вот, типа того, да. Ну, тут, короче, посадка высокая по сравнению с даже тем же Land Cruiser Prado. Вот такой спальник тут есть. Спальник тут можно поспать, наверное. Круто. А тут еще вот есть такая полка, наверное, для каких-нибудь, может, там книг или инструментов. Вот такой руль огромный. Вот такие зеркала, лопухи полные. Вот прям, ну, такие зеркала, лопухи. Приборная панель вот такая. Давай-ка я поснимаю. Вот такая приборка. Значит... Скорость максимально 140, 4000 оборотов, вот, клаксон, но он сейчас не работает. Вот. Потому что... Ну, сейчас там, просто... Типа, отключим... вот, ну, ключ вот, но как бы заводить сейчас лучше не надо. Вот аварийка есть, ну, сейчас просто не работает, потому что не до конца ключ еще не... Ну, надо, чтобы хотя бы работало что-то электроника, надо до половины ключ. Повернуть. Тут, ну, вот тут климат-контроль. Радио вот есть. Это круто. Но она, походу, сломанная уже. А я так понимаю, она не оригинальная. Так, так тут... вот также есть коробка передач. Да, коробка передач есть. Сейчас не покатимся, не? Все, давай закончим. Да нет, общем, подожди. Коробка шестиступенчатая. Вот прям вот... Ну, вот. В таком кожухе ручничок. Не знаю, наверное, рабочий на ручнике. Вот первое. Ладно, все, первое... немного, а то поедем еще. Да не поедем никуда. Вторая. Третья. Четвертая. Да все, все, пятая. Кончай. Да, ты не бойся. Шестая. Вдруг сейчас придет кто-нибудь. Задняя. Все, оставь. О, ну, нейтрально. В общем, такая машина. Да я. Давайте. Да. Вот, ну, тут есть плафон вот такой. Он работает. Зеркало заднего вида. Ну, наверное, салонное. Типа смотреть, кто там у тебя спит. Может, какой-то медведь. Не знаю. Вот такие козырьки есть охрененного размера. Такого прям. Есть форточка. Кстати, ее можно напрягать. А у тебя там что за стекла? А, у тебя там, короче, такие, ну, как в автобусах надо открывать. Подожди. Тут, походу, надо покрутить. Ай, бляха-муха. Вот. Да, и тут куча барахла. И вот тут... Боже, я увидел этот детский какой-то. Это поворотник. Да, это поворотник. Да. Ну, в общем, такая вы поняли машина. Здесь. А, так, тут надо закрутить как. Давай, в общем, вот такая машина. Вот, все. Педали вот такие. Кстати, руль регулируется. По-моему, тут, да, вот так вот регулируется. Также вот. Да, по наклону он регулируется. Блин, Вадим! Да, Вадим, блин. Есть еще также тут прикуриватель, но это для тех, кто курит. Для алкашей всяких. Ну, всяких, да, ну вот. Ну, 24 вольта. Ну, у кого ваши отцы не курят? Ну, у кого, или... да. Или вы, если вам уже... Вы не курите. У меня есть такие... Боже. Погодите. Что? Долго. Да нет, нет, блин, Вадим, сейчас доснимаем и перейдем. Сейчас сколько минут? Ну, блин, ну, да 10 минут и все. Быстрее. Давай. Ну, блин, нам еще на хайсик надо снять. Не надо. Надо. Да сейчас быстро на хайсик и все. Да нет. Вот
Этот и все, ну блин, ну не да сейчас. Да даже... хорошо, дай нам закончить, боже. Задолбал меня. Вот, тут есть также стеклоподъемник. Вот, механический. Стекло просто поднимается. Вот, вот так открывается, ступенька есть такая. Так что тут скакать прям надо, Владик, поснимай. А то я думаю, я неправильно делаю, если я снимаю. И... Так, мне телефон не забыть. Вот, ну, смотрите, мой рост где-то 1.70 м. И вот, пожалуйста, вот, я, вот как я стою. То есть, грузовик реально большой, огромный, праворульный. В общем, крутая тачка. То, что надо. Ну, если он там что-нибудь возить там. Да. Кстати, по-моему, там как к двигателю, там надо кабину как-то откинуть. Так. Такая крутая тачка. Давай еще сзади поснимаем и все уже. Так, вот, короче, смотрите, какой грузовик выглядит. Тут, ну, вот, вот эти, ничего страшного. Значит, вот есть. Фонари заднего. Вот задние фонари. Сейчас мы вот здесь вам покажем. Дисочка, вот он. Покажи. Вон диски есть. Вот. Это, я так понимаю, для аккумуляторов. Вот так, это. Вот поворотник еще вот есть. Так, да. Вот а и. Ты между кабиной. Вот тут. Так, вот между кабинами мы вот что видим. Вон та фиговина, которая с трубкой вот этой черной воздухозаборной. Да. Вот такая. Вот она. Кстати, подскажи, вот тут тоже фонари есть наверху. Ну, вот, на там поворотник вот еще есть. Да, тут так. Куча поворотников. Вот еще поворотник. Вот вы видите... Ее спереди. Вот, и вот и мы на... показывали вам обзор на Hino Ranger 4D. Да. Ну, так. В общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, всем пока. С вами был Данил и Влад. И Влад. И был обзор на Hino Ranger 4D. Всем пока. О, пожалуйста, тут. Вот тут еще мы не показали. Вот здесь открывается. Офигеть, там большое. Да. Там, случайно, призрака никакого нет. В общем, такая машина крутая. Грузовичок. А как тут он закрывается? Ладно, считаю, что мы... Ну, в общем, всем пока.